Друзья, давайте вам покажу, как улучшить намного свою сотовую сеть на Android-устройстве, на любом. После того, как вы все сделаете, что я вам покажу в этом видео, сразу же увидите изменения на своем телефоне. Для этого нужно зайти в настройки телефона, дальше выбрать такой пункт, как сим-карты и мобильные сети, дальше выбираем ту сеть, на которой хотим сделать определенные настройки, и здесь у нас будет, смотрите, что дальше. Мобильные сети, вот этот пункт, и здесь убираем вот эту вот галочку, идет предупреждение от оператора, нажимаем ОК и ждем где-то приблизительно до 1 минуты. Идет поиск сетей, которые нам сейчас предоставит наша мобильная сеть, и мы ее самостоятельно активируем. Я покажу, что нужно сделать, так что досматривайте до конца. Эта настройка будет очень хорошо работать, если вы за свою область будете не выезжать, когда находитесь в одном регионе. К примеру, я нахожусь в Киевском регионе, да, Киевская область у меня. Если я буду заезжать в Черкасскую, там в Харьковскую, Днепропетровскую, во Львовскую, у меня будет сеть еще хуже, потому что я активирую вот этот вот пункт. Но если вы не выезжаете, а только находитесь в одном месте, то есть реально сеть улучшится. Вам нужно выбрать 3G, Киевстар 3G, к примеру. Если у вас лайф, то точно такой же самый 3G. Таким образом, сеть станет намного лучше, вы в этом сможете сами убедиться. Ну, если вам нравятся вот такие вот фишки, то не секрет, что на моем YouTube-канале, который называется AndroHacker, есть их намного больше. Просто-напросто в YouTube напишите AndroHacker, здесь уже порядка 62 тысяч подписчиков. И здесь я ежедневно снимаю вам полезный и качественный контент, который заслуживает вашего внимания. Если хотите больше вот таких вот примочек, всяких секретиков, то переходите на YouTube-канал AndroHacker и подписывайтесь тоже на него. Всем пока, всем до